прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Так, чистый трэш, я отошел. Перелить страшно. Здорово всем. Всем привет. А есть слот еще куда? Привет. Фу. Так, он что, ступит место на таинственную даму? Я бы уступила, но вдруг Талику пойдет. А на лича кто-нибудь сможет место уступить? Не дать куда уступать, завтра будет еще один рейд. Не надеюсь, что у нас специально сдогла спать этого рейда. А, будут еще, да? Что тогда? Лена, ты слышишь меня? Да, слышу. А что там за рейд сейчас, как ты забывал? На ачивке 25 обычка. А крем еще не собирали, да? Нет. Спасибо большое. Спасибо.
50 тысяч. Откуда у вас там 53 человека в гильдии взялось? Чего вас тут много? Могу покликать половину. Да не говори. Выходите, слушай. Второго, может, тягнет наверх, идите. Волго там еще? Синдралич. Даже полный дом сделали. Там меня больше сдали на леди. Да, пофиг, я в 70-ке персам своим сделал дракона. Так что 25-ка вообще не критично. 25-ке он красивее, он синенький, мне наоборот, беленький. Он более темный с десятки, мне больше тот нравится. А Лехварка? Походу Войт будет собирать хиру. Да, я могу хулипалом пойти. Так, давайте убираем тотемы. Идем наверх, хилим рейд. Войда тоже помогите захилить, а то он сдохнет. Синар на Войда пошли хилить, вот везучий. Зачем вы сюда едете? Та, проходи. Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Про товары говно. Ой, там драники уже подгорают, подходи. Так, спекались, короче, там все ТТшников, кроме тех, кто на ребре был, там был два Хвала и Эршам. Вроде как. Ой. Ладно, давайте пока фулбафы все тут там западал, можете бафы давать, он потом опять добафает. Не в хиле или в ретрике? Не в хиле, три хила. Короче, судя суть тактики. Ну, первая там фаза, вторая там, как обычно, третья фаза, первый склеп. Первый склеп идет в сторону. Его сливают только РДД, не милики. Все хилы РД стоим в печеньке. Метку выносим. Точно по прямой. Второй подбосса. ДК поворачиваешь на рейд. Ну, скидываешь, ты знаешь, как мы в десятке делали. Скинул стаки и разворачиваешь обратно. Сливаем склеп, следующий в сторону. Ну и так будем носить каждый раз. Так, дайте магабаф. Так, там. Первую метку влево, остальные все под боссом, да? Не, я буду говорить. Первую влево, а, вторую под боссом. Так, дайте магабаф, май. Так, чек на пул. Сейчас, подождите, я логается. У меня самые выгодные цены. И на второй фазе, когда там начнется фаза, все стоим в печеньке. Если вы будете там выходить стакать, я к вам приеду, можете накрывать сразу стол и свет выключать, и готовить свечи. То есть ты будешь ужинать при свечах? Да, для начала. Так, Джесс, заходи. Там чек на пул, потом он примет готовность. Слава, дай помогам МП5. Фламба, Фалариан, где вы там? Фалариан. Тут. Так, Джест, там готов плюс один? Скажи. Все, все готовы, спускаемся, хилимся. Давайте, три хила хилим. Это нам может им на хп дать прямо сейчас. Это на ману, по-моему, был. Да ладно, хрен с ним. Так, захилили. Кстати, первая фаза там как обычно. Хотите выходить, хотите не выходить.
один будет хилить там в милике без фанатизма. Смотрим, притяжка сейчас будет, готовьтесь бежать. Бежим. Да, ты пойди, Синдру, сейчас взлетка будет. Давайте, Freedom, ДК, рейд наверх. Давайте, метки вниз, так, БДК в метки. Сейчас я там, вот увидел. Сейчас, короче, дальний скреп сразу разобьем. Давайте, слева падает. Печеньку сразу разбиваем, его там не убьет, если шо. По центру падает. За центральным не прячьте, сейчас его разобьем. С правой стороны падает. По центру падает. Давайте разбиваем остальные склепы. Тяжко 2 секунды, готовьтесь сбегать. Беги, малышка, беги. Бежим. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Ну давайте сейчас, наверное, будем переводить на фазу. Все в печеньку встаньте, сейчас будет печенька. Милики тоже по печеньке прямо ориентируйтесь. Коты там не бьют под жопой. И только скреп РДД бьют. Милики только синдром. Давайте, фаза. Первый в сторону. ДК там сам знаешь, как скидывать стаки. Смотрим, метка в сторону выносит. Нам в сторону. РДД разбивает склеп. Давайте РДД по склепам. Следующий под босса. Его не бить. Давайте, под босса по прямой. Джест по прямой. Так, рейд, готовьтесь смещаться. Давайте в печеньку рейд, рейд в печеньку. Печеньку, в печеньку. Джейс, тогда не по прямой. Не бьем скрип. Скидываем в следующую сторону. Все разбиваем. Ну падаем. Спасибо, Хризи. Включает свет, готовь ужин. Я к тебе еду, короче. Не, все не так. Делайте. Ну. Нужно скидывать за каждой глыбой. За первой, если кто-то не скидывает, то до того, как он окажется за второй глыбой, у него не хватит времени скинуть стаки. То есть шестой стак стакается. Поэтому... Ну так, а на мне было 5, я шестой не поймал, скинул, нормально. Хуй знает, где он был, но чтобы сделать ачивку по так. Он выбежал, койл кинул и поймал шестой глыб. У всех было 5. И нормально они скидывались за стаком. Короче, блядь, хотите сделать ачивку, сука, прячьтесь за каждой глыбой. Танк и весь рейд. Это сложная штука, сука, сделать, что ли? Я не понимаю, блядь. Хули вы тут пытаетесь, сука, сделать? Как вам по-русски, блядь, объяснить? За каждой ебаной глыбой прячьтесь, и будет вам ебаная ачива. Почему вы такие тугие, блядь? Ну, давайте за каждой прятаться. Хотя только первый вайп, не знаю, что так распереживался. Да просто, ну, таких тупых будет, я не знаю, вагон, каждый раз будет такой тупой выбегать в бок, блядь, что-то кидать там, блядь, в босса, сука. Ну ладно, да, так будешь, короче, за каждым склепом прятаться, скидывать. Я понял, я... Ну, видишь, его Синдра убило, то, что он не стоял за склепом, это его вина. Он 2-3 глыбы повернет, попрячется, весь рейд будет за глыбами стоять, потом смотришь, у босса там... 3 ляма. Можно будет глыбу разбить под боссом, ну, смотреть, чтобы следующая не притяжка. Да, я понял, да. И дать рост и добить ее спокойно, блядь. Стаков 5 не накопится. Стаки кидаются каждые 6 секунд. Вот ты считаешь, чтобы зергануть, нужно 30 секунд. Ну, там. Ты же вдвоем захилить, или не? Да, захилим. Ну, тогда бой спекайся, вряд ли вдвоем похилят. Так что нормально хилили.
шаманов только раскидают, там стыка и вся ретрика. Надо, чтобы люди просто понимали саму суть ачивки. Вот это каждые 6 секунд кидается вот этот стан. И чтобы, сука, он не кинулся, нужно просто за глыбой быть. А чтобы за глыбой быть, нужно ее просто выносить. Блядь, так, чтобы все за ней прятались. Просто теория обычная. Ну давайте, все равно стойте в печеньке. Джест, там, кто выносил вторую под босса, то не в печеньке стоял. Это важно, стоять именно по мне. Давайте все тут фулбафы даем. И скреп сразу не бить, только после того, как ДК будет поворачивать обратно свою позицию, как он танчит, только тогда разбивайте скреп. И милики, смотрите, там не морозьтесь. Давайте чек на пул, каску там дайте, Хризи. Дали, дали. Чек на пул. Давайте, все готовы, идем пулять. Сейчас надо будет помочь им, будем нам какие-то. Амнистии, гимн на ХП и ЛТ, давайте. Два гимна. Смотрим, притяжка, бежим. Ну, не умирайте, ретрики. Смотрите, там два хила только хилит без фанатизма. Дотать еще взлетка будет. И фридом на ДК дадите. Сведем наверх, метки вниз. ДК скрепим, в центральную сразу сливаем. Сзади не прячемся. Так, звездочку сливаем. Справа, слева падает. Справа. Так, левый стоп. Сзади, слева падает. Стоп, не бьем скрепы. По центру. Все разбиваем. Давайте, сейчас будет притяжка и будем переводить. Давайте, притяжка. Бежим. Плавом бодет, там не умирай. Кот и побежал. Так, давайте, все в печеньку. Ни право, ни лево, все в печеньку. Сова там, ромбик, милики. Давайте под босса несем. Смотрим, сейчас будет метка. Под босса не бьем. ДК будешь поворачивать. Скидывай стаки. Все, скиды. Дайте фридом. Дайте фридом, БТК. Давай. Разбиваем склеп. Следующий под босса. Под босса следующий. Ушли милики. Ушли. Так, чуть влево. Ну, нормально. Ближний бейте. Тоже скидывай. Следующий под босса, Филариан. Под босса ушли милики. Ушли. Ушли милики. Блять. Давайте разбиваем два скрепа. Скидывай, ДК, скидывай. Там нормально все. Следующий под босса. Так, под босса Сатрарера. Уходим. У милики ушли. Поворачивай на рейд, метку не бить. Поворачивай, метку не бьем. Дышать будет,
А, ну, хит ДК разбивай. Ладно, не бейте, не бейте следующую сторону. Сторону, следующую не бейте. Подождите, экстримка в сторону. РДД, скреп. Секунда, стоп. Не бьем. Все, РДД, скреп, милики босса. Следующий под босса, четко в печеньку выносите. Ни право, ни лево. Экстримка под босса, милики ушли. Все, ни право, ни лево. Поворачивай, скидывай. Чуть левее, скидывай стаки, все в печеньку. Ты от синдри далеко не бегай, нормально. Поворачивай, поворачивай. Беги, малышка, беги! Разбиваем. Следующий под босса будет, ой, блядь, сейчас притяжка, твою мать. Давай, экстримка под босса, ушли. Я сейчас умру, Берт. Не бейт, все в печеньку. Скреп не бьем, скидывай стаки. Вот можно скидывай вот стаки, да, 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 скидывай стаки. Изъел. В сторону. Следующую сторону, жест. В сторону. В сторону. Блять, это все отметки, сука, жест, ты тупой, тебя кикну с гильдии. Full DD синдром. Вот и все. Свободно! Скрип, бейте левой, с правой стороны. Синдру полутайте там квест. Чё-то я проебался, блядь, 20 стаков на стакал. Вы леща уже загасили? Не, синдром. Синдром. А, я вижу точно, блин. Казалось. Что там? Мара с ачивками некоторых. Спасибо. Спасибо. Там слава, спекайся в хила потом. Аркона тоже кидал, ну это ему передашь Аркона. Как у тебя там Рэй этот Афлик есть? Покоритель. Я думал, в табычке никому не нужны печеньки-то. Так, дайте шкаф сверху. Покурить есть минута две? Не, сейчас убьем к чаю, будем курить. А, ну хорошо. Давайте, чтобы алибарда выпала. Я тебе чай проебись, если будет целка. Так, давайте, подходите, сейчас тактику расскажу. ШП в одном пати? Нет, там две пати будут лича бить, нормально. Так, три хила, кальк, войд и нам, фламба, кальку, джест, войду, аркон, наму и фалариан, войду тоже будешь заливать. Там холипал, так, первая фаза, короче. Там два пропало. Так, первая фаза. Все стоим в печеньке, вот там человек ковыряет, как обычно. Трэш там тоже стоит, как обычно. Первая фаза. Сейчас сливаем до 80%, на 85% стопнем дамаг. Первую чуму из рейда. Вторую, третью чуму в рейд. Ну, к шайтингу, к трэшу. И нормально все будет. Паладин забирает мелкий трэш. Охотник. Ты будешь сидеть только на иступлении шарка еще. Ты должен дисперить. Сатарарера, Этерия. Ну, вот, короче, будет задача сложная. Кидайте на шаркающего палец и взрыв разума. Палец откадешивается. Ну, в смысле, взрыв откадешивается. Кидайте опять палец и взрыв. И так пока дэшев мана рисовался. И так, короче, проходит первая фаза, там пока 30 стаков и настакает. Потом вторая фаза, там вакиры будут. Тут третья фаза, когда платформа поднимается. Первая, вторая пати. Стоит вот тут где-то, где кружок ходит. И бьет лича. Если вы будете видеть, на вас сферка будет лететь, сразу все сферу переключаетесь. Короче, будем хилить первую, вторую пати, но там не будет сильно пробивать. Там 2 шп, 2 шп, демон, 2 лема.
тотемы на хилку поставить не забудьте. Ну а вы там гневных ковыряете, как обычно. Тут рушится платформа, кого-то засасывает в комнату. Этого человека вы не хилите. Он умирает, духов, наверное, не будет, повторяю, наверное, не будет. Он умирает, ДК прожимает незыблемость. Выживает, уходит с лечом на ту сторону. Если духи будут, короче, даем рост, сливаем духов. Присты иссушением. Так, теперь совы. Первый фаларин, дальше Старфол под первый трэш. Джест под вторых духов. Аркон. Давай под первых тоже дашь. Ну и как-то так будем сливать. Главное, когда будешь комнату засасывать первую, цель не хильте, пусть умирает, ТК прожмется. Ну и все нормально будет. А вторые уже будем цели захиливать. Так, ну как-то так. Чума первая в сторону, вторая, третья в трэш. И остальные в сторону. Чуму я по дисплею, там хильки рейд. Ну, может, наоборот, сначала чуму трэш, а потом все вносить. Да давай туда. Без предложения, он, наверное, знает, хорош. Не, так чума сильно быстро разгонится, если первую в трэш. Чек, фу. Так, Карль готов? Да. Давайте начинаем, там хапалы можете пойти, там глича поковырять, чтобы автоатакой мана резалась. И смотрите, там друиды будете на первой фазе заливать сразу, там до 80% опустится и заливайте. И когда духи будут спускаться, вы этих отходите. Вот они начали спускаться, ну, начали кастовать духа. Мы где-то на центр отходим, сюда где-то отходим. И начинаем духов херачить. Ну, как-то так. На второй фазе рост не давать. Не, я по дисплею хильте. А ты умеешь... В чем ты в хиле, что ли? Не, я в Элеме по диспелю. Так, один яд, одну болезнь, да, умею. Давайте пока лечим, бейте. Может, там прожибки не отдавать, все равно стопать будем. Так, а подведи леча ближе к нам, чтобы... Он не протонулся за колонну, ближе к рейду, шаркающий вылазит. Смотрим, первая чума в сторону, и поверни на протопала, чтоб шаркающие там вылазили. Чума в сторону, смотрим на ком. Аркон в сторону. Все, стопайте, полечу, стопайте. Стопаем дома, полечу, ни доты, ничего не обновляем. Охотник, сидишь на иступлении. Он иступление, диспель. А то нету иступления. Трэш не бейте, чуму в трэш, чума и тона в трэш. Компетов отзовите, хапалы можете чап поковырять, чтобы мана резалась. Смотрите на фото, сколько стаков будет чумы. Но не показывается. Так, чума 5 секунд, чуму в трэш выносим. Протопал, не уходи за колонну, альт я в трэш. Не уходи за колонну, а то тебя на центр портанет. Лучше вот так вот и стой. Вступление диспел. Следующая. Чуму в сторону. Да, в следующую сторону. Следующий в сторону. Не станьте трэш. В сторону выносим фламбы. В сторону. Не надо трэш корнями станете. Чуть дурачки, что ли? Присты бьем через взрыв. Не забываем. Ретрик и Фурик можете пойти реча до 75 поковырять. Давайте весь трэш забираем. Чему в сторону? Коту не надо было идти, ты не Ретрик или Фурик. Ламба в сторону. Без сторону.
Всю остальную чуму в сторону, она больше не надо нам. Там мелкий трэш собирай, который можешь. Звездопада не давайте, что-то мне давайте следующую в сторону. Амины разливайте, как я вам говорил. Сатрарера и на ману в сторону Этона. Можете этот темп поставить, шаман. Так, Миризона, печеньку можете слить. Пал, забери. О, блин, а там... Так, на мне печенька, ладно, хит зереет. Давайте следующую чуму в сторону. Сколько там стаков? В сторону следующую чуму. 22, карик в сторону. Забери этих пидоров, смотри. Сколько там стаков? Так, давайте лича. Начинаем подбивать. Все, играем лича. 28 стаков. Играем лича, там чума разгонится. С чуму в сторону сейчас. ДК прожимайся там. В сторону выносим. Интоксикация в сторону. Сколько там стаков? Нормально же, 30 есть. 34. Ну все, переводим. Все, идем на край. Первая, вторая пати, можете лича ковырять. Хильте нас. Да только режу наберите между собой. Ладно. Играйте так, без меня, короче. Нормально, все, потом стану, рестите меня. Сферка летит, прям сферу вливаете. Два шамана хильте. Паларион, меня там ресни. Я потом встану. Вы что, в зиме, сука, стоите? Да, они в зиме стоят. Я сказал, первая, вторая будут в зиме стоять. Только рейнджу наберите между собой. Давайте, хилы, не зря вы там ману кушаете, чтобы вас красавчиками называть. Сфера летит, сферу бейте. Сфера, сфера, сфера. Вставай, вставай. Так, давайте все звездочку становимся. Можете мне там бафы какие-то накинуть. Так, лича бьем без роста. Давайте, сейчас валькиры будут. Им, короче, стан не сливайте. Как обычно. Вышли из-под валькир, осквернение. Осквернения вышли. Блядь, если вы сейчас лужи залете, я вас распущу, честно. Давайте. Дримфиф. Играйте, валькиры. Кильте БДК, все, конденсат спал. Давайте звездочку. Будут валькиры. После первой валькиры надо будет разбежаться. Инеры на аму залейте. После первой валькиры разбежимся. Давайте, валькирам станы и лича. Так, готовьтесь выйти. Готовьтесь выйти. Все, вышли, вышли, вышли. Валькирам станы, переводите лича. Лича на край, на край, на край, на край. Валькирам станы и лича переводите. Стан ромбику, печеньки. Трусам стан, трусам стан. Дайте трусам стан. Ой, блядь. Гуси. Так, один приступал. Плохо. Давай. Первая, вторая. Хиль теряет хорошо. Хильте их, они духом бьют. Че это они духом бьют, а... Вот той фигню бьют. Особенно первую пати хорошо хильте, там приступал. Что там сова какая-нибудь упала. Только рейнджу наберите между собой, чтобы вас не пробивало сильно, когда на вас сфера летит. Старого духа добиваем. Все теперь нового. Фалариан, резай аркона. Нет, я тебя резу. Фламба, резай аркона. Уже не заходи, уже там не надо бить. Уже так бейте. Печеньку играйте. Интоксикацию, джеста хильте. Дайте там приста баф, лапку. Давай,
охерели, блядь. Давайте старого духа печеньку добиваем. Стоп хил, сейчас будет кого-то засасывать. Играйте в нервных духов, старого добивайте. Печеньку поставил. Метку не хилить. Бомжа, блядь, зло. ДК, незыблемость. Рост. Сейчас дам. Все, фулл девлича. Ой, по мане сел. На ману гим быстрее. Крим, дайте пристыгим на ману все. Уходим. Осквернение. Играем пока, сейчас духов нету. Не. Давайте, надо будет одних духов слить. Все, ушли с центра. Милики, уходите. Фулл ДД в нервных духов. Фулл ДД в нервных духов. Если духи будут улететь на вас, вы отходите, ушли отсюда. Блядь, чё они так далеко? Так, духи пошли, ушли от духов. Сова там готовься откидку давать. Играем под духом. Фулл ДД в духов, ушли от них. Фулл ДД в духов. Стойте там лича доковыривать, сколько у него там процентов, я не вижу. Откинь, сова, откинь. Играйте в лича. Духа в центре сбейте. Роджера можете не хил. А, насрать. Фулл ДД в лича. Ушли от духов только, от духов уйдите. Ушли от духов, присты, ушли. От, блядь, куда вы, сука, к духам бежите, дурачки? Кто-то под духами там стоит. Да, блядь, они, сука, специально под духов ушли. Тона там, еще кто-то, блядь, бегали. От духов отошли, ага, отошли, прям под духов. Фордринг, ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя смерть... Какую лучше первую шмотку кобесе взять? Башка вроде есть уже, есть грудак стрёмный и плечи Т9. Что? Вот. Кто будет собирать 25 гер? Не знаю даже. И превращать воинов в плети. А что, есть желание собрать? Этот мир... Ну да, так-то РТ стоит, нет. Ну я могу собрать, если он не против. На этом уже лича там, ну, что-то там возле лича по параллелю, так что-то я вдохнуть хочу. Даруй мне последнее благословение. Ну ладно. Сейчас мы здесь, лич упадет, шмотки разролим и подадим и начнем. Хорошо. Я просто, блядь, я хотел 25 тычку попасть, понял? Я так летел домой, ты себе представить не можешь. Прям бы на крыльях любви несся, но не повезло, не фартануло. Пацан к успеху ушел. Свободен. Все кончено. А ты кем будешь собирать? Настал час. Паладин? Я не буду собирать. Нет, я... Ну да. Полон так-то. Я случайно вышел из тела, давайте спрыгнем с платформы. Да, упадем сразу. Ачивку не даст.
Две ачивки, молодцы. Видишь? Мои поздравления. Да. Три ачивки, молодцы, Грацик. Аркус, надо кому-то? Не знаю, мне лучше или нет. Два покорителя Рольча. Иди там на ИП покопать, я раздам вам. Понятно, сколько ИП будешь накидывать? Да, сколько ИП? И ты сам? Ты. Ты накинул. Так, еще двое там должны зайти, заходите. На секунду. Я четвертый по духам. Завтрика? Это по духам четвертый. Что там накидывать можно, нет? Это сейчас еще одного кого-то не хватает. Кто там еще один? Что вы знаете уже? Сейчас, ладно, сейчас накину. Меня слышно? Да. Вот, ты сможешь покомандовать? Весь инст, что ли? Ну, блин, я бы сумму бы завтра, короче, например. Я же